Там около детской, около зубной поликлиники, что было, если помните, парк. А сейчас что? Магазин на магазине, тоже разрешают магазин строить. Зачем только магазины? И ничего нет. Вот пойдешь купить, и ничего не купишь, потому что все одно и то же. Дом собираются строить вот здесь, на детской площадке. То же самое, то же самое. Площадку сейчас помойки поставили детскую, а здесь будет дом. Зачем он здесь? А вообще мне очень нравится. И вот как наше расположение здесь, как-то вот уютно. Вот идешь, я оттуда иду, все прям радуюсь. Очень красиво как-то у нас тут, вот возле нашей библиотеки. Ну хотелось бы, конечно, чтобы вот, например, сделали благоустройство вот здесь вот, выложили современной плиточкой. В принципе, я проблем не вижу, но только вот что весь парк вырубили. Ну с чем могу сравнить? Вот мне в Междуреченске бывал в городе. Очень красивый город, мне нравится. Там, ну вот озеленением города занялись несколько лет назад. Всякие по городу зеленые фигуры, животных. Все такое очень красиво получается. Что может изменить, если каждый так будет говорить, что там мой один голос? То есть от голоса каждого зависит. Конечно. Только что-то сделаешь хорошее для города. Тут же эти бабушки, которые выкапывают это все дело, да, кто-то что-то там, не знаю, вырывает. Ну, чисто даже как бы вот нам украсить цветами, да, охота как бы вот. Все пакостят вообще. Вот лично я хотела, чтобы в моем городе было всегда порядок, это, да, уже не будем говорить про дороги хотя бы, да, но хотя это самое первое, потому что я сам водитель, как бы, машина у меня тоже не из дешевого. Постоянно ездить на ТО, извиняюсь, тоже денег столько оставляет. Дороги это прежде всего, мы не на самолетах летаем. Потом вот это вот освещение у нас, как в подвале везде, никогда освещения не дождешься, да, в час вырубает уже все. Там, не пойми, когда включают, то уличное. Конечно. У нас вообще, вот взять даже тот же Новосибирск, в Искитим элементарно едем, да, там светло, там дороги нормальные, у нас вообще уже какой-то там деревня. И благоустройство, как бы, я за. Мне вот нравится, допустим, в Новосибирске почему-то вешают все эти клумбы, все, у нас никто ничем этим не занимается. Они бы начали что-то конкретно от города, не от и предпринимателей, это... требовать, чтобы мы там что-то делали, сами начали бы. Просто надо делать все по-честному. Или хотя бы в меру как-то там, не знаю, распоряжаться этим бюджетом.